140, 150, 160, 170, 180. Следующий. Ребят, ну спокойно, не галдите, всем хватит. Так это вы, мама, бегали? Дала бы лучше рублями. Было бы что подержать. Каждому по труду. Эх, Мамытбеков, Мамытбеков. Опять неделю прогулял. Хватит поясничать. Ты мне уже вот как насолил. Ну, смотри. В этом месяце работал всего 7 дней. Июнь. Где июнь? Вот он. В июне. В июне всего 2 недели. Остальные дни что? История... Поселки, бильярд, выпивки. Ты, кажется, в 8-й партии работал? Да, работал. Ну вот и там такое же отмачивал. Точно. Ну вот, твой напарник отказывается с тобой работать. Гостев, скажи, почему отказываешься? Видите ли, есть причина. Шурф, что твой колодец. Залезешь в него, а он того бросит и уйдет в поселок. Разве так можно? Можешь заявление написать? Пиши. Вот тебе и бумага. Вот и наработался. Ну? Что медлишь? Армоныч? Да. Можно мне? А, Коньков. Чего ты хотел, Федорович? Я вот что хотел сказать. Ну? Пускай Тален вместе со мной поедет на караки. Парень он веселый, ну, обыкновенный. Жизнь, она ведь вроде брода через реку. Наступишь на гладкий валун, поскользнешься и потащит тебя в бурчелу. Так он сам залез в эту бурчелу. Залез. Ну, залез. Ну, а что дальше-то? Ведь не пропадает же теперь человек. Ален, ты чего это размечтался?
Я, Федорович, представил себя егерем. Из чего захотел? Егерь – это хорошо. Я этот народ уважаю. Толя, это и есть Каракиик. Так и запишем. Приехали в Каракиик. А палаточку вот у той елочки поставим. А будет нужда в дровах, так вот в этот лесочек по очереди. Нет уж, Федорович, лесочек оставьте мне. Я уж сам. Что, Толя? Со зла, что ли? Да так, ладони чешутся. Вот я их и хочу успокоить. А я-то думаю, чего-то он включил мотор на всю катушку. А как надо? Ну как? Сперва разогреть, а потом потихонечку, потихонечку, чтоб не сорвать зубья с шестеренок. Понял? Ну ладно, вылазь, пойдем перекусим. Дядь Митя, экскаватор. Твоя, что ли? Да. Моя, голубушка. Довоенная. Я ведь, Толя, всю войну прошел. От ноля до точки. Слыхал. Говорят, ты генерала брал? Брал. Да бог с ним, с генералом-то. Я ведь вот сейчас о чем думаю, что вся моя жизнь вот в этих самых траншеях прошла. И воевал. Вот и сейчас все еще рою. А помрешь, в такой же траншеи и закопают. Ты что, этот старик совсем раскис? Всякое лезет в голову. Слушай, Федорович, у тебя что, заводные ноги? Ну что ты все бегаешь, бегаешь, бегаешь по горам? Ну, может, пора остановиться? Ну, нажать на тормоза. А? Есть такая мыслишка. Еще один сезон брошу. А может, еще рановато? Нет, 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 хватит. Наковырялся. Ну и что ты будешь делать? А домой поеду. В деревню. Обзаведусь пасекой. А потом снова в горы. С пчелами. Ты что, будешь медом торговать? Ну, ладно, ладно, хватит.
Размечтались мы тут с тобой. Пора и спать. Сейчас опять бабахнет. О, господи, господи. Да что это, старик, боишься? Взбесился наш крикиик. Вот. Бах! Господи, я лучше свет зажгу, только подам в палатки. Держи палатку, ой! Да держу я. Ну что ты натворил? Вот ты что, лопату давай. Где она? Где, где? Под койкой. Нашел? Нет. Да вот же она. Так ты говоришь, у тебя никого не было. Я ведь, дядь Митя, детдомовский. Вырос на казенных харчах. Так, может быть, жена была? Эх, Федорович, зачем это тебе? Господи, так ведь интересно. Как тебе сказать? Была. Все мечтала о доме. Построил. Выложился до последнего. Приехал как-то ночью. Без звонка. А она... Ну, с этим. Сам понимаешь, что мне оставалось. Не сдержался. Потом милиция. Вопросов нет? Да. А яму-то поди залило, как в колодце. Дня на два работы будет. Задарма. За здорово живешь. Ничего, пускай подсохнут. Выходит, ты это я?
Ты куда? Куда? Ведь это же я. Толя. Постой. Я и стою. Мне кажется, вы мне снитесь. Присмотритесь хорошенько. Нет, вы мне снитесь. А овцы вроде бы настоящие. Какая пугливая. Испугайся такого. Какого? А вот такого. Вы что, с неба упали? Это небо упало ночью на нас. А, да. Пришлось ночью поплавать. А с этим вместе работаете, да? Одна фирма. Что? Ну, вместе, в одном отряде. А-а-а. Ой, заговорилась я тут с вами. До свидания. Чу-чу. Извини меня, дядя Митя, но ты снежный человек. Ага. Интеллигентности? Ноль, стыда, ни грамма. Да какая уж тут интеллигентность? Пилишка-то грязная. Постирать надо. Да кого стесняться-то? А вон их постеснялся бы. Олег. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Толен, подай одежду. Ну, давай знакомиться. Как зовут тебя? Янек. А она кто? А, это Шакинеджи. Мы с ней вместе пасем. Я ей помогаю. Видели, там за горой стоят три юрты? Так вот, две из них наши, а третья ее и старика Бюрубая. А, Джанабек, зови гостей обедать. Идемте. Пойдемте, зовут. Да как-то неудобно. Не стесняйтесь, идемте. Идемте, идемте. Ну, дядь Митя. Да ты что, Толя? Зовут же. Да иди ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Иди, Джанабек, порежь мясо. А почему ваш товарищ не идет? Федорович! Алло! Идите, приглашают! Угощайтесь. Меня зовут Толен. А его зовут Дмитрий Федорович Коньков. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Спасибо.
Кто же стирает белье в холодной воде? А добрая женщина не спросит, как надо стирать. Правда, Дядя Век? Правильно. Хорошо. Давайте, я постираю. Да что вы? Мы сами. Давайте. Значит, вы все ищете здесь? А, ищем, отец. Ищите. Может, и золото найдете. Харагиик богат. До войны здесь тоже инженер искали. Спросишь, бывало, что ищете? Золото отвечает. Во-во-во. Да, ответь нам. Вы зачем тут яму копаете? А затем, чтобы инженеры туда заглянули и сразу узнали, есть или нет там руда. Я думаю, вам понятно. Да, понятно, сынок. Абдрасул. Пойду посмотрю, что у него там. Ох, и любопытный у вас отец. Все ему надо знать. Отец? А он и не отец. А может, отец? Когда умер мой муж, мы остались вдвоем. Вместе стережем овец. А от кого вы их стережете? Ведь одни горы кругом. Да, одни горы, но отцу всякое чудится. Поэтому по очереди дежурим на крыше. А сегодня чья очередь? А зачем вам это? Эй, Шакен, помоги овец загнать. Он тот парень говорит, что золото ищет в нашем каракиике. А не врет? А кто его знает? А он ушел с пустыми руками. 36, 37, а с чем он должен 37, уйти? Белье-то оставил? 40, 41, 40. Какой чудак! Надо его вернуть. Сейчас позову. Ну ладно, сам придет. Зейнеп, считай! Отстань, так считай! 47. Пош! Я. Вы больше ничего не могли придумать. Отец! Ой! Эй, Шакен! Что случилось? Не знаю. Собаки, наверное, кость не поделили. Нет, не похоже. А может, волк? Нет. Овцы спокойны. Иди-ка спать. Я сам постерегу. Нет, нет, отец. Не беспокойтесь. Как хочешь. Если что, позови. Слава Аллаху. Вы что думаете? Если женщина одна, к ней можно и по ночам ходить? Кто вас звал? Тогда я пошел. Подождите. Пусть он ляжет. И не стыдно вам? У меня дети. Знаем.
Фотографии видел уже. Успели заметить? А где они у тебя? В интернате. Навестить надо. А времени нет. А у вас есть дети? Нет. И жены тоже. Пожалуйста. Не курите. У вас жизнь не получилась. А это еще неизвестно. Только что сами сказали. Выходит так. Одной жены достаточно для полного счастья. Как вам сказать? Вдвоем как-то... Договаривай. Ай. Истинде... Создай чирек айджарасы, Кандай гүлігай адамдардың санасы. Оволоған бала чақты естесем ай, Ойго түшет улу тонунай арай. Федоровичу привет! А, Армоныч, здравствуйте. Что, в одиночку трудимся? А где же Мамедбеков? Мамедбеков? Вот не знаю, как и сказать о напарнике. Все ясно. Пойдем в палатку поговорим. Первое время Мамедбеков работал неплохо. Ну? Ну вот если на чистоту сказать-то, то последние две недели его вроде как подменили. Что, запил? Да нет. И не нюхал даже. Дело тут посерьезнее будет. Не лежит у него сердце к нашей работе. На кой черт мне его сердце? Мне нужны объемы. План. План. План это точно. С планом у нас, ну просто беда. Надо бы поднажать, начальник. Да, надо бы. Куда же ты теперь? Не знаю пока. Ты думаешь, свет клином сошелся на твоих канавах? Тычешься носом в землю, как крот. Может, это тебя и устраивает, экскаватор, а меня нет. Приеду в город, устроюсь на стройку. Я Завид Федорович, плотник. Выходит, ты у нас транзитный. Ну что ж, а вот насчет крота, Толя, ты зря. Извини, если обидел, Федорович. Дай руку, старик.
Алло. Здравствуй. Здорово. Что, Сурокова сбежала? А кто ее знает? Смотрю, у ограды стоит. Денег, наверное, нет. А покататься ребенку хочется. Ну и решил покатать. Молодец. Пусть катается. Как учеба, Булбула? Сабит, ударник, Кагуля тоже. Ну, а как ты сама? Чего стесняешься? Когда старший просит, надо отвечать. А у меня тройки, я круглая троечница. Мне говорят, что я несерьезная. И кто это говорит? Учительница. Я не виновата, что в голову уроки не лезут. Сижу за книгой, а в голове всякое. Ее здесь все называют артисткой. Она и правда артистка. Поет, танцует, выдумывает. Ай да молодец, Булбула. А, Булбула, а может, ты нам что-нибудь споешь? А мы с Гулей послушаем. Чего спеть? Ну, самую любимую песню. Песню о дикой смородине. Она каждый день эту песню поет. Спать себе мешает. Ну, спой. Ну, спой, пожалуйста. Ладно, я буду петь там. Я там, а вы здесь. Ладно? Конечно, конечно. İsteğinde sızdat kömüle yarası Kanday külük ay adamdardın sanası O bulun bala çaktı sağım sana Ойго түшет улутонуна ярасы. Здравствуйте. Здравствуй. Сабит. Я. А вы не зоотехник из нашего колхоза? А что, разве я похож на зоотехника? А у нас все зоотехники в таких шляпах. А я действительно угадал. Я зоотехник. А вот мы слушаем концерт. Булбула. Ну, допой нам песню. Допой. Концерт окончен. Спасибо. Кормят нас хорошо. Нам здесь весело.
Я стану ударницей в четвертой четверти. Мама, а как вы живете? Я скоро... Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Саламу алейкум. Слушай, я этого парня на тропе встретил. Не тот ли инженер, о котором ты говорил? Он самый. Ну, раз пришел, проходи. Каракик он сам пришел. Один. Ищет работу. Если вы согласны, построят вам кошару. Кошару? А в колхозной конторе ты был? Не был. Что она дальше пишет? Мама, недавно у нас был колхозный зоотехник. Он от вас передал подарки. А себя не назвал. А мы тоже не догадались спросить его, как его зовут. Всем нашим девочкам и мне тоже он понравился. А еще он много рассказывал о своей работе. Все? Все. Слушай, Шакен, кажется, наш зоотехник в городе и не был. Эй, парень, вот что хочу я тебе сказать. Какой из тебя получится строитель, я не знаю. Но ты плохой зоотехник. Так вам нужно кошару строить или нет? Говорить? Если нет, тогда я уйду. Сиди. Ну что ты говоришь? Сиди, какой обидчивый, слушай. А? Слушай, старика. Кошара нам действительно нужна. Оставайся и работай. Абдрасул тебя к себе возьмет. Он богат, две юрты имеет. Ну, я поехал. Аминь. Может быть, выйдешь? Мне с тобой поговорить надо. Спасибо за подарки. Говорят, тебе отары передать предлагает. Откуда ты взял? Конторы, говорят. Поэтому ты меня так часто навещать стал? Да нет. Теперь я начинаю понимать, какой ты есть человек. Так ты, значит, мою отару для своего лентяя уже облюбовал? Нет. Меня хоронить еще рановато. Да что ты, ей-богу, я и не думал об этом. Нет, я тебя понял. Я понял. Я понял тебя. Не обижайся, Бокя. Недаром люди говорят, какая ты хитрая лиса. А ведь сколько лет были друзьям, а? Теперь вижу, какой ты мне друг. А мы друзьями останемся всегда. Не обижайся. Будь здоров. Нет, не бывайте этому. Вон там посядет. Я скоро приеду, хорошо? Давай гони. Че? Че? Пас! Пасай! Пас! А время, оказывается, быстро проходит. Кажется, недавно вот так ехали. Да только на этом рыжем коне сидел другой. Эй! Почему ты меня не спрашиваешь о нем, а? А зачем это? Время придет, сам расскажешь. А ты, я вижу, парень не такой уж простак. С Харпаем мы были друзьями. А Шакен я с детства знаю. Знаешь, какая она была? Совсем маленькая. Ты веришь, было ей всего 16. А Харпаю тогда 30 лет исполнилось. Неужели 30? Да. 30. А зачем ты мне об этом говоришь? Ха, ну как зачем? Для ясности. А Бёрюбай не зря тебе предложил остаться.
Колхоз у него отару отбирает. Что поделаешь, совсем старый стал. Подумай сам. Отара у него большая. Разве можно с ней справиться? А снохе его, Шакен, еще труднее. И за детьми смотреть надо, и за отарой смотреть. А старику тоже уход требуется? Она бедная, совсем замучилась. А есть охотники на отар? Сколько угодно. Старика помнишь? Какого? А того. Помнишь, в юрте сидел? Так вот, этот старик колхозное начальство упрашивает, чтобы отару его сыну отдать. Заявление написал? Эй, ты что нас повесил? А ну давай догоняй! Эй, давай шляпу! Отдай шляпу, да? Лови! Наездник ты неплохой. Я это вижу. Только вот зачем коня так бьешь? А без этого мне бы не догнать Абдрасула. Жестокость натуры коня противна. А кошару к зиме я не успею построить. Да, одному тебе трудновато будет. Пьянчуга, да? Кто пьянчуга? Я пьянчуга? А кто же? Я тебе сейчас покажу, кто это. Давай, давай. Ну, держись! Держись! Пьянчуга, я тебе сейчас покажу! Я тебе тоже покажу! Давай! А, попался! Я тебя сейчас стяну! Сдаюсь! Вот тебе! Ой, вот дурачок! Привет! А, Бакир? Ты, Лен. Чё? А ты все хорошеешь, сестрица! А как же? Толян! Гоните потихоньку. Перед перевалом за ночь уйти. До скорой встречи. Счастливо. Пути, Шакен! Пока! До свидания! Скорее приезжайте!
Заходи быстрее. Сейчас. Ох, и холодина. Вот это буран. Да. Абдрасул, проходи к столу. Сейчас, сейчас. Руки погрею. На, выпей чаю. Быстрее согрейся. Давай, давай. А где Тюлен? Вот тебе на. Что, он не вернулся? Так выходит, ты бросил его? Что ты болтаешь? Как это случилось? Где его оставил? Мне пришлось гнать вокруг саксовульника. А Тюлен погнал. Да, тогда Тюлен крыши не остался. Да. И вот примерно через полчаса буран начался. Так он остался в Крчине? Где еще? Конечно, в Крчине. Надо было доехать до него. Он же дорог не знает. А овцы как? Я же не мог бросить их. Ты куда? Крчин я. Тюлена хочу поискать. Постой. И ты не ходи. От беды до беды один шаг. Нужно немного подождать. Садись-ка ты теперь, Абдрасул, на коня. У Молдакана узнай, не видел ли он Тюлена. Хорошо, Аксакал. Дальше его зимовья не езжай. Сам заблудишься. Понял. Отец, потерялась Атара Бюрюбая. Что? Это он послал к вам меня. Может, вы видели? Нет, не видел. Как быть? А,
Кстати, я ехал из культцентра. Пелена Сатарой я у Джиндисая встретил. Он уже домой возвращался. Ну и я поехал домой. Ну? А ты что? Ну, при чем тут я? Бросил ты его, ясно тебе? Ну, почему это я бросил? Он шел к себе домой. И я домой. Ну что тут плохого? Эх ты, плохого. Человек наших мест не знает. Дошла до тебя. Да куда он денется? Ну, разве может человек, да еще с отарой, в степи пропасть? Ну что ты уставилась? Угощай гостя. Нет. Спасибо. Ну как? Не буду, не буду. Ну там же буран. Некогда, некогда. Ну оставайся. Эй, ну хоть чай попей, оставайся. Ах ты, сукин сын. Отец, ну зачем? Опозорил ты меня! Помогите. Передайте быстрее. Потеряла Сатара. Успокойся. Говори теперь. Пропал чабан с Сатарой. Где? Причин я. Сейчас передам. Ah!
Узнал. Узнал! Всем замерз. Спирту. Тулен, Тулен, слышь меня? Да что же это он наделал, а? Тулуп ему не надо было сбрасывать. Тулен, Тулен, ну вставай же. Поднимите же его. Остановитесь. Отнесите обратно. А это зачем? Отнесите на место. Ну хорошо, хорошо. Отнесите, пожалуйста. Отнесите. Ой, осторожно. Уже принесли. Узнал. Узнал. Теперь несите. Поднимай ты быстрее. Он же замерз совсем. Берите его. Ну, быстрее же. Эй, это что за шуточки, а? Сон хороший приснился. А теперь досмотрю. Ну и шуточки. Ну и молодец, что ли, да? Тебе надо много спать. Уже выспался. Мне хочется на тебя смотреть. Не такая уж я красавица, чтоб на меня смотреть. Ого, ты очень хороша, Шакет. А где отец? А где ему быть? В кошаре? С овцами возится. Ты спи, ни о чем не думай, хорошо? Мы решили, что тебе будет здесь удобнее. А у Абдрасула много ребят. Ты правильно поступила. Покой тебе был нужен. И для нас... Что для нас? Ты не чужой. Посиди. Ты на меня не обижайся. Но мне пора домой. Домой? Да к Абдрасулу. Дурачок. Спи.
Дай мне топор. Это зачем? Размяться хочу. Топор я тебе не дам. Ты еще слаб. Я здоров, дай. Нет, не дам. Шакен. На, попробуй. Здравствуйте. Ну что, дети, поздоровайтесь. Это ваш папа. А я его знаю, это дядя Толён, зоотехник. Значит, вы будете наш новый папа? Да. Здравствуйте. А ты что, Савит, поздоровайся. Он у нас уже взрослый, в 6-й класс перешел. Ну, с приездом. Здравствуй. Вы не мой папа, убирайтесь вон. Мне не нужен другой отец. Савит! Савит! Савит, куда ты? Вернись! Пусть он уходит. Прибыли уже. Хорошо. Ну-ка, дать. Послушай меня, Толян. Мне хочется задать тебе вопрос. Ты кто для меня? Назвать тебя сыном? Но ты мне не сын. Может быть, зять? Но ты мне и не зять. Так кто же ты мне? Что сказать вам? Поживем, увидим. А там как-нибудь и разберемся. Разберемся. А ну-ка, Савит, подай эту доску. Что, силёнок не хватает? А ну-ка, давай я попробую. Я, оказывается, сильнее тебя. Садись.
Поговорим. Вот ты, Савит, говоришь, чтобы я ушел от вас. Ну, допустим, я уйду. А кто кошару достроит? Ты? А ведь у тебя силенки не те. Мы и без кошара обойдемся. Ну, ты рассуждаешь, как старик. А если она вам все-таки нужна? Если нужно будет, колхоз построить. Ох ты, молодец. Умница. Колхозу только и забот, что ваша кошара. Отдай. Что отдай? Нож отдай. Это не твой нож. Это нож моего отца. Да не надо. Ты украл его, отдай. Отдай, ты украл его, уходи, ты вор. Кто тебя звал сюда? Убирайся вон, я ненавижу тебя. Ты мне не отец, ты вор, уезжай от нас. Тебе здесь нечего делать, я ненавижу тебя. Эй! Он украл нож на его... Пусть убирайся вон. Эй! Ты мне не отец, что ты тут вор, происходит, а? Ну-ка, замолчи тебе ты. Почему на старших кричишь? Убирайся. Разве можно на старших кричать? Его. Я тебе говорю, замолчи. Ну, замолчи сейчас же. Перестань. Эй, Толян. Толян, подожди. Подожди. Ты не обращай внимания, пожалуйста, на него, а? Да надоело. Я уйду. Значит, Коньков ушел, говоришь? Ушел. Кадры свои отработал. Недавно Коликов спрашивал меня, будет Мамедбеков работать? Или опять к нам на гастроли приехал? А ты ему что? А я что? Мне, сам знаешь, ответ держать за тебя не резон. Молодец, я сам отвечу. Но если он тебя опять спросит, то ты ему скажи, Мамедбеков сам тебя прокормит. Слышишь? Ей ты. Ты что, оглох? Вась. Зачем? Гости едут. Гость? Опять Калык? Ну, я ему сейчас все выложу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, вот кто к нам пожаловал. Мы с тобой попрощаться приехали. Детям в школу пора. До свидания, дядя Терен. До свидания. Учись хорошо, доченька. До свидания, Савит. До свидания. Вы поезжайте вперед. Я вас догоню. Ну, ты доволен теперь? Скажи лучше, как живешь? В Крычин когда едет? В Крычин мы уже отъездились. Отцу плохо. Не поправится он у нас, наверное. А тут еще комиссия. Какая еще комиссия? У нас отару отбирают. Ну, оставайся. Мне пора. Чу. Прямый старик. Да. Ишемической болезни сердца, инфаркт, миокарда, он... Не надо сейчас.
Доктор, что с ним? Положение очень серьезное. Нужно срочно госпитализировать. Лечить только в стационарных условиях. Но он отказывается лететь. Ну что теперь делать? В общем, выписали вам лекарства, поедете в аптеку, закупите. Будете лечить сами? Конечно, конечно. Ведь лечить-то надо? Обязательно, обязательно. Вот так. Но он такой человек, боится лететь. Послушай меня. Что я хочу тебе сказать? Скоро я покину этот мир. Зачем вы так? Вы еще поправитесь. Нет, дочка. Я уже свое прожил. Но я хочу с тобой поговорить о другом. Ты в нашем доме сколько лет живешь? Уже 14. 14 лет. Немало. Ты мне была как дочка родная. Спасибо тебе, Шакин. Не надо, отец. Не надо так говорить. Выслушай меня. До конца. Ты теперь одна остаешься. Я знаю. Сабиту мне быть чабаном. У тебя другая судьба. Тебе о своем счастье думать надо. Одной тебе будет нелегко. Когда колхоз решит другим передай татару, не возражай. А если ты сама найдешь себе хозяина, желаю счастья. Где тюлен пасет, знаешь? Знаю. Скачи за ним. У меня вопрос. Ты, Абакир, с Бирбаевой Атара здесь станешь? А может, облюбовал другое место? Говори, Абакир. А? Чего ты молчишь? Говори. Говори. Не знаю. Говори. Каракийка хватает мест. А вкус травы везде одинаковый. С Абакиром мы рядом пасти будем. Ах, вот как. Мне все ясно. Бирбай здесь всю жизнь прожил. А его стойбище не будет теперь? Как это не будет? Правильно. Ишь вы какие быстрые. Вы что, думаете, здесь уже никого не осталось, так что ли? А как же мне? Неужели мне отсюда уехать надо? Подожди, Шакин. А ну, Абакир, скажи, было так? В Кырчине, когда отару искали, где ты был? Ты у себя? Дома отсиживался. Эй, Абдрасул! Тебе, кажется, все это время камень за пазухой держал, так? Вы же об этом сами знаете. Правда. Перестаньте, товарищи. Не надо так. Я не пойму. Какая отара? Какой буран еще? Кто заблудился? Тогда мы... Не захотели вам сообщать. Слава Богу, мы сами нашли отару. Аксакал, около отары человек находился. Я могу назвать его имя. И отару нашли не мы, а именно этот человек спас ее. Эй! А?
Ты, наверное, хочешь сказать, что Ватары передали этому бродяге? Это он-то бродяга, да? А кто же он? Я ты защитник! Товарищи, успокойтесь, перестаньте! Я вам докажу, бродяга или нет, идемте! Чего ты разошелся? Молчи! Да, отстань! Вот дурак! Идемте все! Пошлите, посмотрим. Я вам докажу! Идите, что я там не видел. Тоже мне нашли бродяга. А вот это кто сделал? Вот это? Нашли бродяга. Посмотрите на это. Это тоже он сделал. Так он бродяга, да? Вот это все он своими руками выстроил. Бродяга. Он бродяга, да? А вот смотрите, сарай. Вот над ним целое лето трудился. Посмотрите. Вот смотрите, смотрите. Сарай, загон, ограда. Все это он сделал. Эй, что ты хочешь от меня сказать? Отстаньте вы! Успокоился, Абдрасул? Наконец-то. А я и не знал. Ты, оказывается, умеешь убеждать? Как же так? Мы уже обо всем-то договорились. Нет, Аксакал. Нам еще стоит подумать об этом. Думайте, думайте. Я уже знаю, о чем вы теперь думаете. А зачем думать? У Ятары хозяин уже давно есть. Нам надо ехать. Не будем мешать вашей работе. Ну да. Подождите, чай попейте. Идемте. Гостям Правда. Мы всегда Оставайтесь. Рады. Спасибо. Чай мы потом попьем. А вот и Тулен. Это наш председатель. Ты что такой сердитый, а? Зайди как-нибудь в контору. Поговорить надо. Ну, до встречи. До свидания. Надо ехать. Да, надо ехать. Эй! Эй! Выше голову.